Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Тюркляр. Расстояние отсюда до центра города где-то 20 минут езды на машине. Этот комплекс считается одним из самых премиальных комплексов на данный момент на рынке. Проект называется Azura World. Продается вот эта квартира на данный момент. Есть еще несколько других вариантов. Минимальная квадратура, полезная площадь 63 квадратных метров, а так 81 или 85 брутто. Вот такой большой санузел. Использованные качественные стройматериалы. О, есть вытяжка. Строит один из качественных застройщиков. Вот ну, за такие деньги, конечно, все будет люкс. Здесь будет стиральная машинка, ее пока не поставили. Все с доводчиками, проточный водонагреватель Weissman. Так. Кондиционеры Mitsubishi. Наша спальня. Высота потолков где-то 285-295 сантиметров между ними. Спальня 17-16 квадратных метров. Полезная площадь. Так. Не нужно ничего покупать, все есть. Полотенце. Заезжай и живи. Но проект будет сдан летом 2024 году. Так, что здесь? Франки, холодильник. Ну, вся бытовая техника Франки. Здесь посудомойка. Акриловая столешница. Франки. Электрическая плита. Индукционная, что ли? Так. А вытяжка где? А, вытяжка здесь будет находиться. Так, что еще вам показать? До моря здесь пешком максимум 550-600 метров до воды. А так до дороги 350 метров, 400 максимум. Вот такая уютная квартира. 1+1. Балкон большой, я думал, будет маленький, но видите, большой балкон. Итак, проект. Расскажем, также я вам фотографии покажу, выйду там во входе. Огромная территория, несколько блоков, аттракционы будут большие, там, ну, супер. Так, что тут еще есть? Вот, из нескольких блоков состоит. Здесь этаж второй, как, ну, третий у квартиры. Вот, перед этим отелем море. Рядом протекает речка. И все, там бассейны, тут бассейны, там бассейн. В той стороне еще что-то там. Там аттракционы будут эти, горочки, морочки, аквапарк. Много чего есть. Сейчас покажу. Ждите, дорогие зрители. Так, вот такие двери. Коридор. Лифт в этой стороне. Один лифт. Да, вроде один лифт. Да. Так, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7 квартир на этаже. Спускаюсь вниз. Каждый час будет
шаттл до моря, трансфер. Ой, куда поднялся телефон? Тут будет бассейн, морская вода, волны искусственные, потом с песком каким-то. Ну, проект грандиозный, великолепный, скажем. Сейчас покажу вам проект. Этот комплекс будет отелем, а это будет резиденцией, комплексом. Если вы хотите приехать и сразу заселиться в отель, то у вас будет 30% скидка. Также можно эти квартиры сдавать под управление. Хорошие инвестиции заработаете в будущем. Сейчас покажу проект сам. Вот он, весь проект. Называется Azura World. Так вам легче увидеть всю территорию. Смотрите. Мини-рай. Вот горочки. Даже есть чертовое колесо. Здесь детские игровые площадки. Где-то будут виллы. Теннисный корт, баскетбольная площадка. Тут много чего, которое я еще не увидел. Даже корабль, что ли, ставят сюда. Типа вот такой вот такая штучка. Водопад. Ракета будет, полет на Луну. Спайдерменом. Детская игровая, огромная площадка. Между этими зданиями будет, вот двумя блоками будет бассейн. Здесь бассейн, здесь бассейн, там бассейн, море рядом. Короче. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 240 тысяч евро. Также есть несколько других вариантов. Квартира продается, как видите, под ключ. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если не отвечу в Telegram, пишите на WhatsApp или сразу звоните. Можно сказать, что доступен 20 часов. С вами был Агасий из солнечной Алании, район Тюркляр. Всем пока-пока.